Сегодня большое событие в жизни раменских приборостроителей. Когда я говорю приборостроители, мы имеем в виду не только коллектив и спортсменов РПЗ. В этом году вместе с ними покорять Казань на будущем мероприятии зимних корпоративных игр приехали еще и спортсмены РПКБ и ЭТТ. Настраиваемся на хороший результат, участвуем в 6 дисциплинах. Всем удачи, уверен, все получится отлично. Все было очень интересно, очень замечательно, организовано в такие сжатые сроки, но организовано прекрасно, я скажу, что мы все поехали, все, никаких проблем, то есть спокойно сели на поезд, дружно приехали, вышли на вокзале в Казани, погрузили вещи, все это настолько вот четко и продумано, как бы заранее, вот, то есть никого не потеряли, все хорошо, и, конечно, Казань нас встретила таким прекрасным солнечным днем, голубым небом. Мы гуляли в Казанском Кремле. Мы поехали играть в волейбол женской командой. У нас участвовали наши сотрудницы с ИТТ и с РПЗ. На самом деле, в первый раз на этом фестивале началось все довольно давно, но, видимо, только недавно я заслужил, чтобы меня позвали за команду сыграть, за команду авиаторов. Вот. Я недавно сыграл на областных соревнованиях, мы заняли первое место, я лично набрал 100% результат был. Ну, довольно неплохой, может быть, поэтому позвали. А давно уже шахматами? Шахматами занимаюсь с детства. Тренер у меня отец. Ну и научил меня играть. Я сначала ходил в 21-ю школу, там кружок был, а потом перешел в ДК «Орбита», там тоже был кружок до 2006 года. Там на бесплатной основе занимались шахматы. Мои впечатления, как всегда, все на уровне. Едем мы в такую поездку уже четвертый раз подряд. Первый раз ездили мы только сборной РПЗ. В этот раз с поддержкой нового генерального директора Алексея Павловича Дроздова и наших коллег с РПКБ и ТТ при участии Сергея Вячеславовича Анохина. Мы поехали вот в четвертый раз на такие соревнования. Вот. И суть была в том, чтобы объединить коллективы нашего завода РПЗ, коллективы и ТТ, и РПКБ вот вокруг спортивной темы. Thank you.
Ну, знаете, я считаю, что это достаточно большой опыт и практика, потому что такой выезд состоялся впервые. Ребята между собой сдружились, не только в хоккей, в раздевалке, которые находились, но и лыжники, и шахматисты у нас выступают, и волейболисты женскую команду мы привезли, поэтому приехали в другой город. Тут и экскурсионная составляющая есть, поэтому считаю, что выезд достаточно интересный, познавательный, и надеемся, что это будет стать традиционным. Пятое. Так. Когда борьба идет командная, хочется отдаться даже больше, чем когда личная. Я не могу объяснить. Это чувство того, что не подвести коллектив. Самое главное, внутри вот это чувство, оно дает тебе большой стимул. Гордишься собой? Я не горжусь собой. Я мог бы сегодня лучше быть, конечно. Но сегодня мне немного не повезло, я попал только в кровь. Я вообще люблю первое место, я люблю только первое место. У нас в женском волейбольном турнире участвовало 7 команд. Мы в первой группе играли, у нас по жеребьевке получилось 3 команды, и к нам попало в группу 2 самых сильных команды, которые заняли первое и второе место. Первую игру мы проиграли сильной команде. Во второй игре в группе мы хорошо поборолись, чуть-чуть нам не хватило, мы проиграли, вышли в Серебряную лигу. И в Серебряной лиге во второй части турнира мы выиграли все игры, и поэтому заняли первое место в Серебряной лиге, получили большой кубок. Очень рады и счастливы, что мы сюда приехали. И, конечно, это было вообще замечательно, просто замечательно. Таким дружным коллективом, таким составом, с хоккейной командой, с нашими лыжниками. Мы все друг за друга болели, поддерживали. С результатом 9 минут 4 секунды Ипполита Надежда! Есть желание улучшить результат и надеюсь на то, что РПКБ еще раз позовет меня, и я, конечно же, попытаюсь занять, по крайней мере, первое место. И это предел моих мечтаний, наверное. Ну, за команду РПКБ. Команда основная, это костяк команды, это сотрудники РПЗ, которые давно вместе играют. То есть две пятерки более-менее, они сыграны, слажены. Так как влились новые игроки из других коллективов, то есть немножко не притертые друг к другу, поэтому ну, какое-то недопонимание на льду, конечно, существует. Но все у нас впереди, если, может быть, устроим совместные тренировки, и будет больше взаимопонимания и на льду, и в жизни, и на работе.
Да, мне не удалось занять призовое место, но очень понравилось участвовать в соревнованиях, потому что это были мои первые соревнования. Я занял 4-е место из 9 участников. И горнолыжный курорт Сияжские холмы предоставил прекрасные трассы для проведения соревнований. Ура, к совету молодежи при участии администрации нашего завода и молодежной организации планируем в дальнейшем осуществлять такие поездки в сотрудничестве с коллективами ИТТ, РПКБ, для того, чтобы вот, наши сплочать коллективы вокруг спортивной темы. Группа поддержки – это, конечно, вы. Хорошо, что пришли на первый тур. Мне это, может быть, даже помогло, потому что очень много нюансов решает в шахматах борьба за каждый полочка. Серьезная. И одна ошибка стоит поражения. Семья помогала больше всего. Супруга всегда сопутствует удаче. Она всегда... У нее даже день рождения, 20 числа, и недавно я занял призовое место. И так совпало, что было... Подарок к дню рождения. Да, подарок к дню рождения. Новый чемпион среди мужчин. В возрасте от 35 до 45 лет. Мы очень рады, что мы поехали, что нас РПЗ пригласило в эту поездку. Мы будем тренироваться и дальше, чтобы в следующем году нас опять пригласили, и мы бы с удовольствием поехали еще раз в Казань на этот прекрасный турнир. Арата, мы все смотрим на нее. Это главный фотограф всея Руси и трудовых резервов. Поэтому давайте на счет три, давайте эмоции. Раз, два, три. Я как председатель профсоюзной организации РПКБ могу точно сказать, что помощь нашей стороны была ощутима. Вот. Надеюсь, сотрудники, члены профсоюза точно так же смогли оценить все то, что мы для них сделали, и аренда гостиниц, и проживание, и экскурсии, и оплаты членских взносов. Поэтому посмотрим на их обратный отзыв. И надеюсь, что на следующий год мы опять повторим этот вояж в Казань.